Сегодня ночью в небе можно увидеть голубую луну. Однако цвет спутник Земли не изменит. Так астрономы называют второе полнолуние за месяц. Явление это редкое, происходит раз в 2-3 года из-за несовпадения нашего календаря с лунным, когда порой в длинные 31-дневные месяцы случается два полнолуния кряду. Следующую голубую луну можно будет увидеть в январе 2018 года. Термин произошел от английской идиомы «once in a blue moon», которая означает «редко» или «никогда».